не будем? Привет, ребят. Нет, я же на себя. О, набережные Челны с нами. Привет. Маму везу на почту, дальше еду по делам. У нас у уличных закончился корм, надо купить. Дальше буду смотреть по пробкам. До больницы надо ехать, да, дедулю проведать. Доедь уже, залезь сюда, тулишься. Надо кофеечка выпить с булочкой. Надо было пирожочек с собой взять. Зачем носить эти шапки, болванки? Не знаю, работа у меня такая. Блин, пить хочется. У тебя вообще не завалялась? Нет, последнюю достала. Я пирожки. Несовместимо, да? Да, именно я пекла. Не, мам, бесполезно. Надо было хоть что-нибудь туда взять. Ты ж не сказала хоть что-нибудь. Рецепт маминых пирожков нет. Это секретно. Привет, Илончик. Привет, Еревану. Погода у нас мерзкая. Длинные ночи, ни дня без строчки. Мамуль, тебе привет от Илоны. А, Илончика, привет. Это у меня там к тебе просьба будет личная. Я тебе напишу. Если не найду. До этого светофория, до этого. А, это до этого, да. Сегодня у меня вечером будет та штуч. Почему не перелистывают? Интернет. В роскошном цветочном саду росла белокурая роза, влюбившись в ее красоту. Садовник хранил от мороза. Часами стоял у цветка, боясь, что сорвет ее перца. Росинки сдувал с лепестка, упал ее в солнечном свете. Ты так красива, нежная роза, ты королева майских.
яркие грезы. Ты так прекрасна в бархатном свете, роза любви. Ты так красива, нежная роза, ты королева майских. Наконец я сегодня просто оторвусь. Переехать? Ну, только если в дом. Да, иду на ТР сегодня. Ой. В джим завтра, послезавтра буду. Если будешь в джиме заезжать, то еще не забудь, что видите, ты платишь. С чего вы решили, что пропал мой актив? Вам показать плюсы по моей статистике? От того, что люди не пишут комментарии? Может, я им надоела? Маму везу на почту и еду. Дела. Начинаю кушать хотеть. Правильно, время. Чего не залетели? Как бы от пирожка типа тебе пошли? Вообще залетели бы пирожки. Я ставлю тебе их не буду. Да нет, кушай. Я сейчас куплю. Это не костюмчик, это просто свитшот, шапочка. Меня потеряли? Да, нижнюю увеличила, а верхнюю решила оставить свою. Сильно видно, да? Привет, мамуль. Ну, тоже всем привет. Да, будем снимать. Боже. Да. Надо выдавать подписи. Покупать. Какие-то красивые пропаганды. У меня нормальное давление. Ой, простите. Пупуни, с днем рождения, спасибо. Евгения, вас первую поставлю. Перед фактом, как только рядом будет мой мужчина, сразу же напишу вам лично в директ. Да, ну, не знаю, растут. Атьканки за машиной бегут. Танки линяет, не беру ее с собой, они рядышком идут. А вот ты с мамой чендж сделаешь, Илона?
берет для вашей кожи крема и уходы. Мия пишет, походу не имею пути, где полотенце, тоже все брать. Ой! Первая тату, которая там. Хорошие отношения в коллективе, ну, улыбаются, здороваются, не знаю. Когда на Кутузе жила, Кутузовский проспект 24. Елена, для меня самый хороший был, который сняли с продажи Lancome Juicy. Яна, у меня все, вся серия этих клоранцев. Желтый, оранжевый, розовый и бордовый. Первую татуировку показать? Да, конечно, сейчас легко. Сейчас остановлюсь, трусики сниму. Это да. Мы сегодня доедем, это ужасно. Дождь. Это не очень хорошо. Знаешь, я могу до Шана доехать, и мы можем закончиться. Я капюшон есть, страшно. Знаешь, когда ты не растаешь. Голова не работает. Нет, мама, нет татуировок. Здесь, да, мама? Да, да, да. Сворачивай, ты же видишь, там что-то. А я по прямой поеду. Все, вот здесь по прямой езжаем. Ну, красный свет, если что, я не могу поехать. Нельзя мне выйти. А выходи. Возьми зонт. Зачем? Или капюшон. Аккуратно только. Нет, давай вон туда. Чуть дальше на остановке. Правда, привет. А где у тебя зонт? Здесь где-то в вещах. Свадьба весело идет. Никто не заметит мои печали. Себе по сигналю рот. Вот, есть. Давай. Здесь вот останавливайте. Нет, есть. Я сейчас, мам, сиди нормально. Так кто ищет? Так, Миша, я возьму. Тебе не нужно? Нет. У меня мама скорпион. Очень тяжелый знак. Остались чувства за стеной. Все прошло, чтобы ты не страдала. Лицо подтянулось, это вот с той процедуры. Я не похудела вообще. А лицо подтянулось, да, это вот что я делала у пассихана. Я же тогда переживала, она говорит, подожди. Подожди, подожди месяц-полтора. И вот как-то оно резко-резко, и оп. Ой-ой-ой, я не туда поехала. Так, Можайская, Альбиновая, генерала Дорохова. Скорпионы тяжелейший знак. Абсолютно с вами солидарна. Счастливо прошу, моя кричалка. Ой, я представляю, как вам сложно, у вас еще и папа скорпион.
где было сказано, что плохо. Сказали тяжелый знак. Как можно говорить, что кто-то плохой, кто-то хороший? Просто тяжелый. Близнецы тихушные. Какой-то вам странный близнец попался. Проезжай, там танк проедет. Дура ты, сигналишь. Ой, мамочки. Проезжайте, проезжайте. Еще один олень, блядь. Усерется, не пропустит. И мужики удавятся. Ужас. Ну хотя мы, да, действительно, мы же не знаем, откуда Маркелов. Ну да, в Москве он не ездил, поэтому. Девочек всегда ты ищи.
такой дождь начался. Мне по кайфу так носить шапки странно, чтобы люди обращали внимание и спрашивали. Видите, ни один человек. Милочка, простите, что вы не поняли. Ездила в Ейск, ездила в Сочи. В Сочи ездила 2 раза, раз вы не поняли. И пропустили такой момент. Ах.
Ну, это был не просто вопрос, это был подкол, ребят. Ну, правда, ну что вы тоже. Ну, сделайте обычный латте, да, только поменьше пенки, также двойная карамель. Карта магазина? Нет. Ой, еще пакетик посчитайте. У меня нет крестного, у меня девочки. Девочка крестница. Нет, вам не показалось, заведенное оставила. А почему вы так удивились насчет того, что моя машина заведена? Она сама не заглохнет, но я не люблю садиться в холодную машину. Зачем, если я ненадолго? Привет, Адеру. Но я же ее закрыла. Я же ее не оставила включенную и открытую. Да, дизель. Какой вы хотите конкурс? У меня нету автозапуска. На мою машину он стоит 240 тысяч. Мне денег жалко.
Это не костюм, это просто свитшот и шапка. Спасибо, девочки. Планы на вечер. Танцевать тачтущий. Хорошо, Вики, раз вы говорите, обязательно растворю и сделаю новую. Новый год хочу все равно. Что в вашем понимании, дорогие? Сделали новые крышки, с них все выливается, ужасно неудобно, а я без мамочки. Я тоже очень люблю до свидания. Тоже люблю свои губы. Ну, какие-то модели Мерседеса нравятся. Блин, уже ушла, не хочу трубочку. Сделана блефаропластика.
Вам что? Сейчас зеленый свет загорится, уйти. Ну я в эфире. Я бы отстань от меня. Зеленый свет, ну езжай. Да ну ты что делаешь? Мне надо ехать. Уйди! Да ну! Уйди! Ну да, отъеду с дороги! Ненормальный. Ай, придурок. С удар движения перекрыл. Понятно, что это знакомый. Не посторонний же подошел. Ай. Блин, я опять не... Или с той стороны я подъезжаю? Никак не ухаживаю. Хожу на чистку. Электрическая щетка, ирригатор. Все испугались за меня. Какая неудобная крышка, пиздец. А так она будет телепаться. Я же еду. Танцуй,
держишь, оно же выливаться будет. Ну хоть один выйдите, пожалуйста. Прошу вас. Пожалуйста, пожалуйста. Словно ангел из тумана, шаг по лезвию обмана, и она уже со мной на ты. Рядом с ней быть осторожным нереально невозможно. Словно в эпицентре красоты собрала мой покой и мечты мои все собрала. Ничего, что мы стоим. Я пиздец, я хуею. Кошку мне подарить? Нет, себе оставьте. Спасибо большое. Предпочитаю теперь другие машины вместо Поршика. Здрасте. Спасибо. Дадите мешочек. Мешочек маленький. Вот который зеленый. Спасибо большое. Что-то вы еще больше проголодались? Сегодня мало вы имеете в виду на сегодня, да? Это одним только. Как вы там, нормально? Ой. Да, спасибо. Как всегда, да? Да. Карта и оплата. Сейчас, Андрюш, он пошел звать. Приподними, пожалуйста, мешок, чтобы я пикнула. А то он у нас упал. Спасибо. Наша карта. По номеру телефона. 8-925. Ну, у вас там бонусов 300 всего. А мы только что списали, ну, с вами, да, на днях. Вами, да. Да, поэтому... Карты, да? Да. Пожалуйста. Долго думаю. Идет? Спасибо большое. Вам спасибо. Сейчас идет. Угу. Я чья-то любовь. Здрасте. Вот сюда. Спасибо. Ой.
номерок блатной. Три семерочки. Убрать. Мария уже сейчас. Сожгай просто взгляд. Ну давай, блядь, долбоёб. Сука, на голову залезет. Простите, ребятки. У нас, вы знаете, сегодня без ветра, в принципе, не так холодно. 2-3 года назад было прикольно, а сейчас все уже стало неприкольно. Урсина лав. Вам какая разница, с маской я или без? У вас поменяется вопросик или нет? Вкусненько. Как на мне? Ваншоп. Спасибо большое за приятный аппетит. Все на свете сходят от нее с ума. Кушаем бутербродик с сыром и ветчиной. Бля, как вы ездите. Да, я слышала, что обещают четвертую волну. Настроение вообще классное. Губы. Угу, родилась такими. Ай, секрет балла, я так сильно. Эти парни просто тратят силы.